Привет, дорогие друзья! Сегодня 15 июня. В Турции целых 3 выходных. 15, 16 и 17. Почему? Потому что закончился Рамазан и начался Байрам. 3 выходных. Никакие государственные предприятия не работают. Торговые центры сегодня работали с 2 дня. И вечером мы с Айханом отправляемся в центр города, потому что днем не очень хочется выходить на улицу, потому что очень жарко. Днем мы ездили на шопинг в Махмутлар. Об этом будет отдельное видео. А сейчас вечером, когда стало прохладно и так хорошо, хотя бы можно дышать, обдувает прохладный ветерок, мы едем в центр города покушать и посмотреть, что же там происходит. Обычно на Байрам в Аланию приезжает очень много народу. Постараемся завтра сходить на пляж, либо на Дамнаташ, либо на Клеопатру, и заснять вам все это дело. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Ну а сейчас вместе с вами едем в город. На улицах много народу, люди сидят в ресторанах, и посмотрите, какая пробка в пятницу вечером в центре Алании. Мы уже пришли в ресторан, и сначала мы заказали вот такую вот картошечку. Ну, конечно, потом придет курочка. И тарелку. Сюда мы выдавливаем кетчуп и майонез. Макаем вот эту вот картошечку и кушаем. Это картошка с 5 разными приправами. А? Нам принесли наконец-то наше блюдо. Вот это вот мое любимое. Еще здесь есть хлеб. И вот то, что кушает Айхан. Блюда достаточно большие, стоят 19 лир блюда. Мы уже покушали и отправляемся в сторону набережной. Куча машин. В Алании нереальная движуха. Куча машин и пробка на дороге к Красной Башне. Посмотрите, сколько мопедов запарковано. В общем, в центре сейчас гуляет куча народу. Пробка стоит и даже вообще не движется. Вот такие вот они. Каникулы в Алании, выходные в Алании. В общем, друзья, вот такая здесь огромная пробка. Айхан остался вот там. Я сейчас пройду, покажу вам, что тут на набережной есть. Продают мидии. Очень много народу, все отдыхают. Такая толпа и бесконечные пробки в Алании будут еще 2 дня. Сегодня, завтра, завтра и послезавтра. Пахнет вкусно рыбой. Вот там вот на лодке прям готовят рыбу, как вы слышите. Музыка из дискотек уже звучит, гремит. Так, я пройду побыстрее. Очень много народу, просто нереальная толпа. Сейчас уже 10:30 вечера. И открылись дискотеки. Ну, конечно же, Байрам, поэтому все дискотеки открыты. Музыка. Есть тут еще в центре банги джампинг. В общем, Алания гуляет, друзья. Детский паровозик.
который с детишками катается по кругу. Сегодня полон детьми. А еще здесь есть вот такой вот аттракцион. Вам надевают VR-очки и показывают что-то страшное. Человек стоит в центре Алании и кричит. И кричит на всю улицу. Плюс вылечься! Да! Вот еще один смельчак, но этот не так сильно кричит. Куча народу, куча машин. В общем, я представляю, что творится на пляжах, но то, что творится на пляжах, вы увидите уже в следующих видео. Мы постараемся снять их. Ну, а то, что творится в городе, вы видите. Сплошные пробки, машины и куча-куча людей. В нашей любимой кафешке, наверное, сейчас нет даже свободных столиков, чтобы чай попить. Вот наша любимая чайная. Смотрим, есть ли здесь свободные места. Айхан Ярвармы. Бурдаюхму. Мест, друзья, нет. И посмотрите, какой классный вид открывается на отсюда на набережную. Здесь куча всяких разных рыбацких лодок. И вот такой вот классный вид открывается на набережную. Крепость. Ну, это вы уже все видели, но очень-очень красиво. Друзья, как ни странно, мы нашли пустое место. Сейчас нам принесут чай. Кстати, напишите в комментариях, кто катался на лодке, был в яхт-туре именно вечером. Вот сейчас, видите, за мной видна набережная и открывают кораблики. Напишите обязательно в комментариях, были ли вы в яхт-туре вечером. Я очень хочу, но за все время своего проживания в Алании до сих пор еще не была. Вот этот милый мальчик принес нам чай. Ну и, конечно же, чай пьем мы вот в таких вот турецких стаканчиках с сахаром. Двумя кусочками сахара. Мы с Айханом уже попили чай и сейчас идем посмотреть корабль, на котором мы отправимся в яхт-тур в воскресенье. Поэтому, друзья, кто не подписан на наш канал, еще подписывайтесь. И в воскресенье, уже, конечно же, после этого выйдет видео о яхт-туре. Вот на этой лодке Джунейд Баба мы отправимся в яхт-тур в воскресенье. Это будет в следующих видео. Сейчас давайте пройдем внутрь лодки, поднимемся на самый верх, и я покажу вам, что творится. Айхан здесь сидит, Айхан. Айхан. Айхан здесь, и я покажу вам, что творится на Аланийской набережной. Вот такая вот, друзья, здесь движуха. Сейчас посмотрим, что же творится на самой набережной. А сейчас идем на самую верхнюю палубу. Здесь три палубы на этой лодке. Посмотрите, сколько народу. Три дня в Алании. Байрам, выходные. И сюда приезжают люди со всей Турции. На машинах, на автобусах прилетают, на самолетах, чтобы отдохнуть эти три дня.
Вот так вот выглядит лодка, на ней три палубы, Джунейд Баба. Ну и здесь всякие разные классные фотки, как люди проводят время. Тур идет от набережной в Алании, огибает Аланийский полуостров, где останавливаются вот это вот остановки для плавания, доходит до пляжа Клеопатры, дальше идет в порт, где вам подают обед. Ну и, конечно же, практически каждый час, даже больше, вы останавливаетесь для купания. В общем, здорово, очень хочется скорее отправиться и покупаться в открытом море. Даже можно встретить черепах. А иногда даже дельфинов. Пенная вечеринка. Возможно, будет и в нашем туре тоже пенная вечеринка. Друзья, вот такое вот небольшое видео у нас получилось из вечерней Алании, где куча народу. Музыка звучит со всех сторон. В общем, вы тоже приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Ну и, конечно же, смотрите наши следующие видео. Всем всего хорошего. Ставьте пальчики вверх. До новых встреч. Пока-пока. 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 Baktı mı? Hayır, ben onu tanıyorum. Buyurun abi. Merhaba abi. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba.